сегодняшнем мастер-классе будем делать подарочную коробку, и для этого нам понадобится такая картонка. Ширина, ну это будет наша крышечка, ширина 5 сантиметров, длина 82 сантиметра. Это наша крышечка будет. Вот такая. Да? Это основа самой коробки. Высота 11 сантиметров, длина 81, 24 сантиметра, 2 миллиметра, это дно, это крышечка будет 25,2, это крышка, я все написала, чтобы не перепутать. Так, обклеивать буду вот такой бумагой, это подарочная бумага, тут цветочки вот это выбиты просто, вот очень классно. Я уже все вырезала, все подготовила. Еще буду использовать клей ПВА, ну обычный клей ПВА, какой вы найдете, да, у себя. Нам нужен еще двухсторонний скотч, у меня вот ширина 5 сантиметров и вот такая узкая. Так, если вам интересно, оставайтесь со мной.
Вот такая коробка у меня получилась. Смотрите, симпатично. Вот. Поставим сюда сердечко, например. И вот такая крышка. И закрываем крышкой. Все. Подарок готов. Я надеюсь, вам понравится этот мастер-класс. Сделайте. Дарите подарки в таких коробочках. Всем спасибо. Всем пока.